Так, короче, все днем автомобилист. Сейчас расскажу объяснение пословицы «ни гвоздя, ни железа». «Ни гвоздя» — это говорят о том, что гвоздь в шину не попал, а «ни жезла» — это говорят про ГАИ, то есть то, что могут остановить и попасть, ты можешь на деньги, тысячу рублей, не поняли. Говорят, если, к черту, допустим, это как бы то, что пошел не к черту, но на самом деле ты идешь не к черту. То есть это вот так вот сделано, по крайней мере, русские слова так объясняли. Ну и тут ты говоришь то, что гаишнику, то есть то, что ты попадешь к гаишнику. А вот это вот все произошло из-за того, что говорят ни пуха, ни пера. Специально для духов, чтобы духи не мучили охотников, чтобы они не убивали зверей. А чтобы они понимали то, что все, вот, пожелали то, что не убили бы никого, и все, и они тогда уже не трогают. И к черту говорят то же самое, что то, что уйду от черта. Ну и вот тут к гаишнику то же самое. И этот, не гвоздя, не жезла, тоже как ни пуха, ни пера. В общем, вот, а я пошел.